Какие проблемы есть в сельских поселениях? На сегодняшний день нерешенные. Нет дорог внутри сел. Проблема с водой. Прятаться от проблем и объяснять, что денежных средств нет, неправильно. Надо искать решение. И вот такое решение нашли, в рамках которого каждое сельское поселение, за исключением райцентров, будет участвовать в программе ремонта и строительства внутрипоселковых дорог из расчета проживающих в этих селах, умноженное на 3000 рублей. Нам важно, чтобы так же, как в вопросах дорог, сельские населенные пункты, муниципалитеты сельские, получали на решение вопросов водообеспечения также по 3000 рублей на одного проживающего в селе, на ремонт водопроводов. И это все возможно, и надо это делать. У нас есть федеральная программа, ее президент инициировал, капитальный ремонт школ. Область в ней участвует, охватит эта программа 124 школ Саратовской области. На будущий год 26. Нам важно, чтобы такая же программа была в области, но только по ремонту школ. И надо ее взять, зафиксировать 100 школ ежегодно, ремонт. Такая же программа должна быть по садикам, 100 садиков, ремонт ежегодно, как областная, и 50 домов культуры. Должна быть четвертая программа, связанная с развитием дополнительного образования, потому что им внимания не уделяют. Вот мы нашли решение по текущему содержанию школ и садиков, а по дополнительному такого нет. Поэтому нам надо такое же решение и на школы искусств, на музыкальные, на дома творчества распространить.